Приветствую вас на моем канале, добро пожаловать, меня зовут Валентина, и сегодня буду делиться с вами моими находками из магазина Second Hand. Хотела начать, это вот этот вот потрясающий красивый бодик от ASOS, белый. А самое интересное, что у него низ сделан стрингами, я впервые встречаю такой бодик, обычно, ну, стандартно бодики все идут с привычной всеми посадкой белья, здесь стрингами. Но я думаю, что это очень удобно, потому что такая модель нарядная, ее красиво надевать под юбку, карандаш. И когда белье выделяется на таком изделии, это не совсем, как мне кажется, красиво. Так вот, полностью расшитый пайетками, удивительно красивый. Все вещи были куплены практически в день завоза, то есть цена за килограмм была достаточно высокая, но сколько обошлось все вместе, я не помню, потому что вещей бралось ни одна, ни две, и брались и мне, и маме. Шафа подняла свои тарифы, мы часто в комментариях с девочками это обсуждали, что не совсем иногда приятные цены, но тем не менее я могу сказать, что по ассортименту это один из самых приемлемых мне магазина, потому что все, что я наблюдаю в других, я покупаю одну-две вещи в шафу, и же если мы приходим, то покупаем много. То у меня соседи делали ремонт, постоянно какой-то звук накладывался. Теперь у меня Барселона, которая создает лишние шарудения. Извините, пожалуйста, котик маленький. Это уже осенняя какая-то вещь. Это вот такой вот свитер. Фирма Next, размер 10. Цвет. Хотела отметить, этот цвет очень актуальный в сезоне, и как весна был, так и сейчас осенью. Такой вот коралловый, терракотовый, он очень ценится. Материал 73% акрила, 27% нейлона, то есть не натуральный. Но, тем не менее, благодаря этому не будет кашлаться так сильно, как шерстяные вещи. Я не знаю, либо я как-то ухаживаю неправильно, но у меня акриловые вещи служат дольше. Да, в них холоднее, нежели в шерстяных, но, тем не менее, по стойкости они более приятные. Красивый бант на свитере. И знаете, я для себя решила, что буду сочетать его не банально, а вот с анималистичным принтом. Чуть попозже покажу вам вещь, которая куплена как тандем, как лук с данным свитером. Но вообще мне он очень нравится. Я бы хотела еще, наверное, помаду подобрать такую-то более нежную, нейтральную. И будет смотреться очень круто. Теплый, стильный. Один из осенних, почему бы и нет. Следующая покупка, и у меня их нет сейчас в наличии, это часы. Оригинальные, их купила себе моя мама, если я не ошибаюсь, за 400 гривен. Они инкрустированы камнями, очень так смотрятся нежно, женственно на ручке. Я верю, что в секонд-хенде можно найти оригинальные и часы, и украшения, и бижутерии. Попадается редко, но иногда бывает. Как вы знаете, мы вот купили очки оригинальные в секонде. Сейчас попались эти часы. Да, можно сказать, что не самая актуальная трендовая форма, не самая такая вот модная ручка, да, сами браслетики. Но я верю в цикличность моды, и я считаю, что покупка брендов, это как, знаете, ну, как люди там золото вкладывают, доллары, так вот можно вкладывать и в бренды, так как если за ними правильно ухаживать, если там их не убивать просто, то со временем они становятся винтажными, и эта винтажная классика, ну как это, всегда можно ее продать. Во мне заговорил какой-то торговец. Ну да, я очень люблю движение, люблю продавать, мне это интересно, поэтому, наверное, и покупаются бренды так вот часто. Следующая вещь, это кроп-топ в клеточку с рюшами, очень симпатичный. Это фирма Topshop, размер 8, сделана в Мавритании. Впервые попадается вещь оттуда. Состав 47 полиэстера, 45 катона, 8 эластана. Сейчас такую вещь можно носить очень красиво, это будет смотреться, например, на рубашку, либо на водолазку. Можно самостоятельно носить. То есть я вообще брала под джинсы на высокой посадке, и мне нравится. Ой, кстати, под костюм, я вам как-то показывала недавно костюм в моих покупках секонд-хенда. Так вот там вот данный топ смотрелся очень актуально. Следующая вещь, и это тоже кроп-топ, только теперь вязаный. Я тоже показывала мою юбку такую длинную в пол синего цвета. Я прям вижу вот это вот сочетание шикарное, голубое с синим. Мне очень нравятся коротенькие майки и коротенькие топы. Я всегда с удовольствием их приобретаю, потому что как-то они помогают подчеркнуть ранимость, как-то поиграть на деталях. Мне нравится, когда у меня ключицы открыты. Нравится,
знаете, когда талия открыта, и такие вот предметы гардероба помогают мне как-то подчеркивать мой стиль. Показывала вам свитер, я говорила, что к нему у меня есть анималистичный низ, так вот, вот о чем шла речь, это вот эта вот юбка, она как в расцветку тигра, плиссированная, длина миди, материал полиэстер, фирма Blazer, сбоку застегивается на молнии. Кстати, есть вот такие вот специальные поворозочки для того, чтобы вешать ее на тремпель. Я их сразу же удаляю, потому что у меня такая тенденция. Только такие детали на одежде присутствуют, они обязательно в самый неподходящий момент вылезут и испортят картинку в целом. Поэтому я сразу же обрезаю. Юбка классная, она, в принципе, знаете, такая внесезонная. Ее можно было и летом носить, и сейчас она тоже пойдет очень актуально. В общем, один из образов я вам уже описала. Это коралл и леопард. Почему бы не попробовать соединить два тренда сразу? Кто сказал, что так нельзя делать? Вещи обзора в руках его показывать не буду, так как только что заметила на ней пятно от тонального крема. Ну, примерка снята заранее, поэтому на примерке покажу вам. Шикарная блуза, белая. Если смотреть ее под талию, то кажется, что она, ну, обычная, ничего такого сверхъестественного. Но внизу у нее рюши. Это очередная белая рубашка в коллекцию мою необычной рубашки, которая там классические, какие у них есть вариации, какой у них крой или кала. Мне хотелось бы вот данную носить с какими-то обычными брюками, классическими кюлотами. Хочется вот попробовать с ней создать какой-то классический образ, но не скучный. Рубашка легенькая, размер 8, фирма River Island. Очень, мне кажется, стильная и забавная. И вот к ней тоже можно подобрать какой-то кроп-топ из тех, что я показывала, и попробовать поиграться, такое вот делать сочетание. Еще хотела показать вам вот такой вот кроп-топ, он тоже кораллового цвета, тоже как и свитер, актуальный в этом сезоне. Его можно носить, как я уже говорила ранее, как топ, да, как он изначально шит, можно на что-то его надевать, можно его использовать в пляжной моде, подобрать в абсолютно любого цвета низ, и вот такой получился бы классный купальник. И учитывая тенденции на купальные костюмы 2019 года, то вот данная модель очень-очень популярна. Сзади у него... Сейчас я проверну. Сзади у него вот такая вот интересная молния. Застегивается, отстегивается. Размер 8. Прошу прощения за посторонние звуки. Это по-прежнему моя кошечка играется очень нежно. Вот. И еще, видите, у данного топа не просто вот однородная структура, а знаете, как рюшами, как выбито вот у него рисунок. Очень интересно смотрится. Я очень хотела снять для вас примерку и показать наглядно, воочию, как можно этот кроп-топ носить в повседневной жизни, но, к сожалению, не успела. Хочу от себя сказать, что здесь идеально будут смотреться джинсы на высокой посадке. Идеально данный топ будет сочетаться с брючным костюмом, тоже, где высокая посадка присутствует. Очень красиво с юбками. То есть, это, можно сказать, универсальная вещь. Если вам интересно, я сниму отдельное видео, где покажу, как его можно сочетать. А еще я давно хотела показать вам вот эту вот огромную эко-сумку. Она куплена в Pull & Bear. Вот здесь бирочка. Здесь два яруса ручек. Есть короткие, есть длинные. Сумка такая, как в клетку. Очень объемная, очень массивная. Она изначально в новой коллекции стоила 699 гривен. А теперь шок цена. Мы ее взяли, точнее я, а моя мама купила ее на распродаже за 49 гривен. Очень удобно. Особенно таким людям, как я, которые ездят куда-то снимать видео постоянно. Классно складывать вещи. Приятная на ощупь такая ткань. Сейчас в новой коллекции у них тоже есть такие сумки, но они более проработаны. Как видите, вот здесь края непрочные, они не держат форму. В новой же коллекции сумки с стойкими такими вот поручнями здесь такими, и что позволяет ей быть более структурированной. Ну а так, в целом, я очень довольна этой покупкой. Я считаю, за такие деньги мы взяли 3 штуки, ну, потому что просто и как пляжную можно использовать, и еще как она классно смотрится в городской суете, под пальто, в осенней тематике. В общем, будет применяться, использоваться очень-очень часто. Если вы видите их в магазине, я рекомендую от себя купить. Буду заканчивать. Это было все, что было куплено в шафе. Надеюсь, вам понравился мой обзор, понравились мои находки. Пишите, что впечатлило больше всего, а что, ну, вообще никак не понравилось. Про подписку на мой канал я буду вам очень признательна, если вы это сделаете, если еще не подписаны. Подписывайтесь ко мне в Инстаграм. У меня есть профиль, где я продаю одежду. Кстати, там я часто раздаю одежду, просто вот...
подарки такие делаю. Мой основной аккаунт называется АВД Валентинка, профиль, где я продаю вещи, шоурум Trendy Forever. Оба они в инфобоксе, ссылочки. Переходите, подписывайтесь, будем дружить. А сегодня я заканчиваю и желаю вам хорошего вечера. Пока, ребят.